Монтаж уральской усадьбы. Теплица арочная 3М. 3 метра шириной, 6 метров в длину. Установлена на брус. Покрыта поликарбонатом 4 мм. Термошайбы оцинкованы. Дверь в форточке. Арки цельные, с усилителем. Труба 20 на 21,5 толщина стенки. В данной теплице установлены фрамоги коньковые. Так открывается, закрывается для проветривания. Одна и в другой стороне вторая. Вот такая теплица. В другом торце две форточки.